Дождливая здесь погода, и поэтому ждем начала матча. Смотрим на состав Байер. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Команды сегодня следующие футболисты. Перед вами тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Дождливая здесь погода, и поэтому ждем начала матча. Смотрим на состав Байер. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Команды сегодня следующие футболисты. Перед вами тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Дождливая здесь погода, и поэтому ждем начала матча. Смотрим на состав Байер. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Команды сегодня следующие футболисты. Перед вами тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Дождливая здесь погода, и поэтому ждем начала матча. Смотрим на состав Байер. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Команды сегодня следующие футболисты. Перед вами тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Футболы будут забитые голы. Шик. Муса Диаби. Опасно это будет. Эх, какой момент был, чтобы забить. Футболы будут забитые голы. Шик. Муса Диаби. Опасно это будет. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно. Футболы будут забитые голы. Шик. Муса Диаби. Опасно это будет. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно...